В России начались продажи нового внедорожника Kia Telluride. Малознакомый россиянам семиместный внедорожник везен в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов по схеме параллельного импорта. Везенный Kia Telluride представлен в версии для европейского рынка. Оснащен внедорожник бензиновым атмосферным двигателем объемом 3,8 литра, мощностью 295 лошадиных сил, который работает в связке с классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Максимальная комплектация получила 20-дюймовые диски, вентиляцию сидений, черный потолок в салоне, двойные стекла и премиальную аудиосистему Harman Kardon. Новый автомобиль в максимальной комплектации предлагается за 5 300 000 рублей. В указанную стоимость уже входят расходы на растаможку, оформление и прочие процедуры, необходимые для постановки автомобиля на учет и легальной эксплуатации в России. По-хорошему, Telluride – это внедорожник, которым приятно управлять. Его двигатель отзывчив. Автомобиль может похвастаться тихим и высококлассным салоном, впечатляющими технологиями, обширными стандартными функциями и удобными для взрослых сиденьями третьего ряда.